декоммунизация вскоре может добраться и до депутатов. В общем, подумывать, переименовать Верховную Раду. Вы знаете, если это повлияет на качество, я за. Ну, в общем, пойдем это обсудим с депутатами. Вы понимаете, у нас других проблем нет в стране. Воображаю. Что сейчас будет? Декоммунизация скоро доберется до депутатов. Хотят переименовать Верховную Раду. Так. Вот так. Это самая главная проблема в нашей стране сегодня. Однозначно. Тільки треба переименувати Верховну Раду, і тоді все буде гаразд. Все гаразд вже в країні. Треба от просто одна проблема. А, одна. Просто так, штришочок такий. А, і все, все буде прекрасно. Да. Жить, як говориться. Хорошо. Давайте придумаем название новой Верховной Раде. Слушайте, ну давайте назовем ее Нижняя, там Верхняя, Средняя Рада. А, ну, это банальщина, я разумею, это не цікаво. Пожалуйста, вы же не банальный депутат. А иногда нас обзывают Верховной Зрадой. Зрада. Вам нравится? В принципе, не погано. Может, еще что-то подумаем? Верховный Майдан. Нет. Чому ні? А чого да? От люди виходили на Майдан. Так. Вони вимагали ті чи інші свої там доносні рішення. Так. Сьогодні, якщо Рада не зможе слугувати українському народу, треба знову створити Майдан. Ви зараз серйозно? Ні. Що ти нік? От ви всі, як обично, бігаєте. Понимаєте, ну важна тема. Послухайте, Сергій. Это мужской туалет. Зайдите туда, возьмите у кого-нибудь интервью. А чего вы меня трогаете, толкаете? Я прошу вас подождать. Мы сегодня сделали. Хорошо, мы вас подождем. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Вы видели, он меня толкал, толкал, толкал. Вы видели? Как-то даже вот тянет устроить скандал. Так, что? Есть варианты, как переименовать Верховную Раду? Я достаточно креативный такой молодой человек, но что-то мне по поводу одни гадости лезут какие-то. Тобто нецензурно такое, да? Давай, жги! Ну, давайте серьезно подходим. Думаешь, что даже будут матюки писать на стенах? А может, как в народе кажут про Верховную Раду? У людей масса вариантов, там, и цирк, и так далее. Цирк? Цирк, да. Я думаю, что они во многом справедливы. А да? Да. Я бы и поменял перемещение. А куда бы вы переехали? Ну, побудувати нове десь. Полі біля Києва. Просто це все радянське. Реально радянське. Ті доріжки. Вам треба оце, щоб було. Це все, щоб... Шонка стайл. Шонка стайл. Це не може бути нормальне без отої позолоти. Знаєте, це просто в когось центральний мозок заражений якоюсь фіньою. Короче, Склифосовський. Тобі не цікаво, не мішай. Пожалуйста, дальше. Короче, мы переименовывать Верховную Раду будем или нет? Я бы назвал Верховную Раду умовною одиницею української держави. Уе, 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 уе. Ваше Высочество, разрешите пойти с самого начала? Пожалуйста, давайте, соберитесь. Храм бескорыстия. Так трудно голодать в Верховной Раде. Дайте еще этот банкет. Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Послушайте, если название как-то повлияет на работу, господи, мы только за. Ну, есть такая теория, что от того, как корабль назовешь, так и не поплывет. Так не поплывет. Знаете, от смены назвы ориентация не изменяется. Как крали, крадуть, так и будут красти, как их не называть. Тому, чтобы они не крали, не будьте гондурасами, то есть не будьте бидлом, не берите гроши и гречку на выборах. И тогда до вас будут ставиться, не как до бидла, а как до людей. Есть такой старый анекдот там, про одессита, который в старые времена держал бордель. И он говорит, когда у меня не шли дела, я менял не кровати, а соответствующих сотрудников. Надо менять не название, а внутреннее содержание. Да. Короче говоря, все вон. Рявкни на них. Если это повлияет на качество работы Верховной Рады, тогда только за. Целую вас, мои хорошие. До встречи.